Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре ящик от производителя «Следопыт», называется он Т01, то есть имеет внутри одну полку, и это получается самый маленький ящик от данного производителя в таком формате. Поставляется он в такой пищевой пленке, я его уже размотал для того, чтобы сильно не затягивать. На ней была наклейка от F-магазин, в принципе, с той же информацией, которую я вам и озвучил. Ничего необычного. На сайте обещают, что... Не обещают, а предостерегают, что ящик может прийти с различного рода по расцветке крышки. На сайте нарисован синий, мне пришел синий, как все и обещано. Но могут быть и красные, и оранжевые. Вполне большое разнообразие, которое бывает по расцветкам, выбрать вам не дадут. Сверху мы видим наклейку «Следопыт» с подъемной полкой. Ящик для транспортировки и хранения производится в городе Омске, то есть это российский производитель. Сверху мы видим довольно-таки удобную ручку, легко держать, она быстро снимается. В принципе, для чего это нужно делать, мне непонятно. Лучше бы ее сделали наглухо заделанную, так как иногда с такими ящиками происходят оказии, когда как-то ручка перекашивается и она вылетает из своих пазов. Ящик падает, и все содержимое ящика оказывается на полу. С другими модельками подобными такое нередко происходило, так как данная закрывашка, которая закрывает ящик, в принципе, при ударе очень даже неплохо и быстро открывается. Итак, внутри мы видим одну полку, на которой имеется множество отделений. Если кому-то вдруг интересно ширина полок, то узкие идут 3 сантиметра, а центральная 8,5 сантиметров. Ну и плюс эти же полочки можно также поделить на более маленькие пространства. Внутри идет дополнительная такая сцепка из перегородок, и их можно поставить в данные пазы, которые находятся внизу, поэтому дополнительно 5 штучек еще имеется. Например, можно вложить сюда воблера, силикон, различные оснастки. В большое отделение можно положить крючки, груза. Ну, то есть, в принципе, в основном я его взял для ходовых рыбалок, для того, чтобы поставил его рядом с собой, открыл. Здесь у тебя лежат какие-нибудь воблера, поролон, силикон. Здесь же, в нижнем отделении, отлично сделанное пространство для переноски катушек, каких-то ваших дополнительных перчаток. То есть это совсем небольшой ящик, но в который можно уместить очень-очень большое количество как приманок, так и оснасток. И опять-таки он сам по себе довольно-таки легкий, надежный и в принципе очень даже доступный по цене. Компания «Следопыт» делает неплохие качественные вещи, и они доступны для рыболова, ценник на них не задирают. При желании данная полочка может сниматься, и данный ящик будет иметь одно такое большое отделение. Но я думаю, особого смысла в этом нет. На полочку действительно можно положить большое количество вещей. Такой вот классный ящик. Самая минимальная, можно сказать, комплектация. Т01, ящик от производителя «Следопыт». Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!